Многие думают, что если ушло жаркое лето и настало время холодной зимы, пожаров быть не может. На деле все далеко не так, как нам кажется. В это время года сотрудники пожарно-спасательной службы довольно часто выезжают на вызовы, потому что далеко не все следуют правилам пожарной безопасности при работе с отопительными приборами. Прежде всего это касается частного сектора. За 2012 год в городе-районе в целом было зарегистрировано 617 пожаров, связанных с неправильным использованием отопительных приборов или их повреждением 44. В них пострадало 11 человек и погибло в общей сложности 8. Это за весь 2012 год? Да. Из-за какой-то маленькой трещины в дымоходе может произойти настоящая трагедия. Люди останутся не только без крыши над головой, но и могут потерять самое драгоценное – свою жизнь. Во избежание этого нужно четко следовать определенным правилам пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности предусматривают, что в частном секторе необходимо раз в 3 года вызывать сертифицированного трубочиста для проверки состояния отопительных приборов и дымоходов. Дымоходы необходимо чистить раз в год, либо раз в 2 года, в зависимости от типа дымовых каналов. И дымовые трубы от сажи очищают раз перед отопительным сезоном и каждый месяц во время отопительного сезона. И, конечно же, не стоит оставлять свой дом без присмотра, когда в печи горит огонь. Жители многоэтажных домов тоже должны соблюдать определенные правила. Вам не стоит включать разом всю имеющуюся бытовую технику. Использовать нужно только сертифицированные электроприборы. В противном случае может произойти трагедия.